Алло? 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 А что ж Здравствуйте, происходит? Альфа-банк, отдел взыскания. Меня зовут Екатерина, подскажите, Владимирович? Да, я слушаю. Вы так и не внесли на счет, по какой причине, что случилось? Ой, еще раз, пожалуйста, у меня тут супруга шумит кастрюлями. Оплата так и не поступила на ваш счет, по какой причине, что случилось? А вчера все рассказывал же. Мы договорились, хотите, я сообщил, что произошло? Дня 4-5 я точно не смогу ничего нести, а там уже в обстановке. Вам необходимо до понедельника уже оплатить на счет. Нет, точно не получится. Точно не получится. Я... Ну а что предпринимаете сейчас, чтобы выйти за должность? Что вам в любом случае банк давал время, уже 19 дней прошло. Да, знаете, что я предпринимаю. У меня сейчас мысли в другую сторону работают, на самом деле. Здоровье не совсем хорошее у меня. Вот, поэтому я вынужден каждое утро думать о том, где взять денег на то, чтобы... Вот, ну, понимаете, не буду вам говорить, вы, наверное, в курсе дела там. У всех, наверное, так бывает. Не только у меня, только у меня что-то затянулось. Ой, простите. Просто смотрите, Александрович, у вас сейчас сумма к оплате, которую необходимо вам внести до понедельника, пока еще в нашем отделе стоит 5100 рублей. Конечно, она уже хоть другой отдел, управление по работе с проблемной задолженностью. 5100 рублей? Да, сейчас у вас эта сумма к оплате корректна. О, 5100 рублей. Представляю, если бы у меня сейчас было 5100 рублей, ха, куда что угодно я, но только бы их не отнес никому. О, 5100 рублей, это серьезно было бы. Можно было дня 4 еще праздновать. Вам необходимо до 8 числа оплату внести, что если оплата на ваше не поступит, то это уйдет другое отдел управления по работе. А чем он страшнее вашего отдела? В дальнейшем банк имеет право эту всю сумму и на время платить, начнется принудительное взыскание задолженности. А как банк с больными людьми вообще манипулировать будет? Алексей Владимирович, ну пока никакие документы вы в Альфа-банк... Какие документы? Я 4 дня в отрезвителе провел, там документов не дают. Вы думали, у нас в России нет отрезвителей? Ага. Нету. Я тоже так думал. Ну, давайте все-таки с вами будем разговаривать серьезно, правильно? Понимаю, все-таки это же... Да я-то серьезно, суд... ну, я, конечно, понимаю голос. Через суд было положение ареста на ваше имущество. Какой арест еще? Поэтому на сегодняшний день до 8 у меня я вот был под арестом, я был 4 дня под арестом, ну, вот недавно. У меня сейчас жена, ну, если я еще 5 дней вот такое, вот она меня точно под арест посадит. Алексей Владимирович, скажите, до 8 числа, я понимаю, вы оплату не внесете? Чего не несу? Я так понимаю, до 8 числа оплата на не поступит на счет. Правильно вас понимаю? Что вы словами какими-то внесете, поступит? Это что за термины? Вы не Но забывайте, посмотрите, у меня там два термины, высших образования. А вы ничего не понимаете. Так потому что вы говорите словами поступит, несет. Есть слово заплати. Оплати. Я вам озвучиваю. Внеси, занеси, вносят мебель. Внесете платеж. Поступят денежные средства на счет? Чего? Ой, девушка, вы, конечно, простите, может, я грубым кажусь, но у меня сегодня состояние такое, нестояние, скажу я вам. Алексей Владимирович, до 8 числа вы оплату внесете на ваши 5100 рублей? А можно как-то частями? Вам необходимо, чтобы к 8 числу у вас уже 5100 рублей вся сумма поступила на счет. О, можно 1100 и потом 4000 постепенно. В течение месяца. Вы можете сегодня внести 1100. Можете если бы у меня сегодня была 1100, главное, чтобы, то я бы, наверное, главное, знаю, что бы я с ней сделал. Не присутствовала. Меня баба моя из дома не выпускает. Алексей Владимирович, вы сейчас слышали, что я вас спросила? Вам просто... Меня, как я вам несу? Ну, научите меня, как мне внести с пятого этажа. Вот как? Алло. Давай, кстати, не будешь отправить на посторонние какие-то. Не тараторьте только, я плохо, я и так плохо соображаю. Вы ну, тут тараторите, как тараторка. Услышали. До 8 числа оплата поступит на счет. Да меня баба моя с квартиры не выпускает, вы пятый этаж. Вы можете сейчас не на мой вопрос? Вопрос мы услышали. Вы сейчас. Это, оплата включайте ту эту логику, счет. Логику. Как я заплачу вот это вот, внесу, как вы говорите? Да, если раз оплата, если условно банком сроки, вы отказываете. Да не тараторь ты! И перестаю ваш отдел в другой отдел. Что вообще доброго, ничего непонятно? Что ты там, в какой еще отдел? Всего доброго, до свидания, Алексей Чего Владимирович. Мне, какого доброго? Тебе всего доброго, мне уже не светит ничего доброго. Алло, протараторила. Это ваше личное обстоятельство, всего доброго, до да свидания. Да я тебе говорю,
Клава, есть 5-100 у нас? С банка звонят. Нет. Ну, слушай, они наезжают, Клава. Алло, девушка. Я тут... Что хотели мне еще сказать? Да я тут сейчас у жены вытрясу. Сейчас вытрясу у жены. Как надо оплачивать? Надоели просто звонками своими. Пойду сейчас оплачу. Не пойду. Вы как-то оплачивали, так же и оплату вносить. Да кто там, я сейчас не помню. Что нужно, сделать? Банкомат, какой банк там? Через банкомат Альфа-банка, там, где вы находитесь на задолженности 19 дней. Да вот я у Корифана, господи, в деревне. Если я в деревне нахожусь, как это? Я же вам объясняю. Мы друга в деревне, у них тут эти хрущевки стоят, мы на пятом этаже вам живем. Вам необходимо внести платеж до 8 числа, озвучивать требования банка. Да тут если затопило, к чертовой матери, нет, транспорт не ходит вносите. Никакой. Далее ваш отдел приходит в другое отдел, остается вся сумма. А что вы меня этим отделом пугаете? Вы мне можете спокойно объяснить, как ожидает? Мне эти 5-100, мне он уже она достала с кошелька эти 5-100. Дает я только мне. Что как он это может сделать. Через Сбербанк онлайн. Какой через еще Сбербанк терминал, онлайн? Это что за Сбербанк терминалы. Онлайн такой? А, это что-то вы знаете, из компьютера? Что такое Сбербанк, Алексей Владимирович? Знаете, Сбербанк, что такое Сбербанк? Это ну, Сберкасса. Сбербанк. Сберкасса раньше. Вот через данный банк можно это вот которая внести. Сберкасса, которая в 93-м году всю страну обула, да, раком поставила. Это вы имеете в виду? Алексей Владимирович, вы... А? Через то ранее вы сюда оплату вносили. Вот господи, вы задаете вопрос, душечка, задаете вопросы, и я вам пытаюсь ответить, уточняющие вопросы задаю, вы мне ничего не отвечаете. Я же еще раз я говорю, я хочу пойти оплатить. Вы мне объясните нормально, как, вот, ну хорошо, как деревянному. Как я могу оплатить, если я нахожусь в поселке, дороги тут, к чертовой матери, один автобус в сутки ходит, уже сегодня проехал. Один автобус. Значит, завтра езжать надо на автобусе в город и оплачивать. Вы сдурели, что ли? Меня она не отпустит. Алексей Владимирович, вы понимаете, о чем вы сейчас говорите? И 5-100 этим медным тазом накроются прямо в этом городе вместе со мной. Опять тараторит. Я не услышал. Тебя как звать? Так вы послушайте меня. Меня зовут Екатерина, я вам представила в начале нашего диалога. Катюша. Если вы говорите, что в вашем поселке нет ни одного... Это не мой поселок, мы у друзей. На охоту сходили. Вам необходимо, как вы говорите, у вас идет один автобус. Да, значит, вы садитесь завтра на данный автобус и едете в город и оплачиваете. А вы видели тут наши автобусы? На них узбеки Сбербанк. Ездят. Я обосрусь пока. Алексей ой, извините. Ой, извините, Катя, извините. Я сказал Алексей слово вот это. Алексей Владимирович, это лишнее, что вы сейчас говорите. Совершенно лишнее. Как меня лишнее? Это не интересует. У меня в этом и поселке... не будет интересовать дальше. Я даже не знаю, как он называется. Нас привезли с моей бабой вот сюда, друзья, на машине. Волга, знаете, Волга еще на Волге. Вы давно на Волге ездили? Из нее выезжают. Диалог завершается, Клава, вы сейчас к диалогу со мной не готовы. Вам перезвонят специалисты. Да всего доброго, до свидания. Я хочу оплатить 5100 рублей. Всего доброго, до свидания. Вы мне сказали, может, что-то другое вы мне сказали. Как можно? Тут есть Сберкасса. Вот вы мне начали про Сберкассу говорить. Что дальше делать? Эй. У вас есть номер счета. Вы можете по да номеру счета. Да в деревню я на охоте. Какой номер счета, блядь? Уже ты совсем трудно, что ли? Ты простому мужику объяснить не можешь, который хочет заплатить. Есть Сберкасса здесь. Алексей вот это зелеными буквами написано. 8 минут сам беседа. Я вам озвучу, как вы можете уже оплатить. 8 минут, озвучу, я не виноват, что ты такая деревянная по поезду уже меня заколебала. У меня похмелье начинается. Алексей Владимирович, что за оскорбление сейчас? Дрочишь идут. Меня. Что сейчас за оскорбление специалиста? Я ничего не какого, понимаю. Ты специалист, ты не можешь объяснить, как мне твои вонючие 5-100 внести. Так вы для начала дослушайте меня. Ну почему давай. Меня перебивать давай, постоянно? Давай. Я вам озвучу, куда мне баба необходимо моя обратиться. Вы больше говорите нет ни копейки. Какие-либо посторонние вещи. Записывайте, значит, номер счета, берите ручку и листочек сейчас. Да, вот, а что сразу не сказала? Просто нормально, я по-старому, по самдеповски. Я давай, вам озвучила, пишу. Если бы меня не прибывали, вы бы меня услышали. Сейчас, подожди, перо возьму, чернила, перо. О, Клава, где? Где, дай скорее. О, блин, сейчас, а то же это мне нетерпеливая Катя тут звонит. Клав, представляешь, Катя. Ладно, Катя, давай, диктуй свой номер счета. Это точно? Записывайте, 408. Ага. 178. 178. 107. 107. 058. 058, ой, как трудно, ой. 201. После 58 как?
058. А потом? 201. 2011. 1. Еще один, да? Ага. 201, не 11. 201. 1. Ага, записал. Одна единичка. Записал. 713. И 1-3, да? 7-1-3. 71-3. Ага, все есть. 71-3. Что, новый счет еще или это продолжается? 88. Последние цифры 88. 88. Слушай, я слышал это по фуршу. Четвертый номер счета, Алексей Владимирович, четвертый номер счета. 408. Давай я продиктую, а ты мне скажешь, правильно или неправильно. Давайте, Алексей Владимирович, давайте. Вот 400... это было, значит, с вами уважительно. 4, 0, 8, 1. Ой, сейчас в глазах чуть-чуть плывет. 7, 8, 1, 0. 7, 0, 5, 8. А вот что за счет такой? 2. Алло, ты тут? Я вас слушаю, Алексей Владимирович. Все кто-то... правильно пока что? Я за что вас остановлю? Ого, давай, хорошо, молодец. 0, 1, 1. Правильно? 7 там было, я сказала вам 1. Чего 7 там было, я сказала вам 1? После 0 что идет? Там было 2, 0, 1. 1, я и говорю. 1. 1. Там только одна единичка. У меня сейчас озвучили 2, уже 2 0, единички. 1. 1. Здесь 1. Единичку зачеркните. Какую единичку зачеркнуть? Алексей Владимирович, давайте я вам озвучу еще раз номер счета. Записывайте, слушайте меня, пожалуйста, повнимательнее. Подожди, нет, давай сверим, 4, я единичку зачеркнул. 408. Алексей Владимирович, слушайте, я вам озвучу с самого начала. 408. Ага. 178. 178. 107. 107. 058. 058. Все? 201. 201. О, пропустил один. 713. 7-1, а у меня два раза 1 стоит почему-то. 7-1-3, ага. Ваш номер счета. Чего надо с ним делать? Записывайте Биг Банка. Кого? Биг Банка? Все верно, записывайте. 0-44. Что это такое? 0... Это продолжение счета, что ли? Биг Банка, я вам озвучу. Запишите Биг Банка. Биг Банка? Это что такое? Биг Банка? Биг Банка. Биг Банка. Ну ладно, так и писать. Биг Банка, да? 0,44. Подожди, Биг Банка. Банка. Слова, бля. О, вы даете Биг Банка. Биг Банка. Что дальше? Алексей Иванович, вы записываете или нет? Я вам диктую. Я написал. Мы уже разгадываем, уже 14 Пик-банка. Минут вы записать не можете. Биг Банка. Дальше что? Слушай, я записываю все дословно, что ты 0,44. Говоришь. 0,44. Алексей Владимирович. 0,44. Биг Банка. 52. 55. 93. 93. Ну, покороче. Так, а надо же его говорить или что говорить? Что-то столько. Что надо обратитесь говорить? Обратитесь в Сбербанк с номером счета, с вашим Бигбанка. Вам специалисты помогут оплату внести. Давай это самое. А мне вот это любопытно. Пикбанка, что такое? Что за Пикбанка такая? Что это такое? Банк. Номер да, счета мне понятно. А что такое Пик Банк? Это в какой банк вы переводите денежные средства? Вот это и есть Биг Банка. Куда что, банк называется Пик Банка, что ли? Альфа-банк. Слушай, я хоть и у меня есть босс в похмелюге, но я не слышал ни разу такого Пик Банка. Ты мне что, разводишь, что ли, там? Я тебя предупреждаю, у меня похмелье начинается. Пик Банка. Алексей Владимирович,
разговаривать сейчас со мной корректно, все наши разговоры записываются. Да ты слышишь? Корректно, некорректно. Я тебе вопрос задаю. Поэтому что ты говоришь, Сбербанк приди? Что вы, ты звонишь с Альфа-банка? Что ты утверждаешь, что надо в какой-то пик-банк заплатить? Оплату вносить на ваш счет. Я вам продиктовала номер счета и пик-банка. Вот завтра вы в Сбербанк обращаетесь и по данному счету вносите денежные средства. 5100 рублей. Какой если банк? Если оплата не поступает еще на раз, счет, подожди, дальше берусь. Будьте какой оплачивать банк? Через суд. Я вам всю информацию озвучила, с вами прощаюсь. Я тебе объясняю, я хочу внести деньги, а ты меня заставляешь на какой-то пикбанка внести. Всего доброго, до свидания. Он озвучил номер счета. Посмотрите какой на него внимательно. Номер? Да и понятно всего номер доброго, счета. Почему я должен в пикбанк какой-то вносить деньги? А? Вы что не понимаете, Алексей Ильич? Что почему ты сказала, что ты с Альфа-банка? Почему ты сказала, что я должен в Сберкассу пойти? Почему ты мне говоришь, что я должен в Сбербанк какой-то вносить деньги? Алексей Владимирович, если вы что-то не понимаете, да, обращайтесь в отделение Альфа-банк. Я вам озвучила те реквизиты, а при чем здесь пик-банк-то? Которые вам необходимо внести что для пик-банк оплаты. Такой? Ну вот берете в отделение, вам специалисты объяснят. Всего я... доброго, до свидания. Почему я должен ходить в отделение? До какое отделение? Числа, я на охоту приехал. Пик-банк, что Алексей это такое? Если Слава, вы ты знаешь, что такое пик-банк? Вносить, значит, в дальнейшем будете оплачивать через суд. Ты меня тут пугаешь такими вещами, а сама мне не можешь имущество объяснить, в какой банк Алексей мне платить. Алексей Владимирович, я вам всю информацию озвучила. Вам всего доброго, до свидания. Да ничего не понятно, ты что? Алло.